Друзья мои, я приветствую вас из Кавказских гор. Сейчас здесь немножко дождливо, но совсем рядом со мной находится гора Казбек, куда я тоже когда-нибудь доберусь. А пока что я расскажу вам историю, которую мне рассказала сама гора. Когда-то здесь было 7 гор. И люди называли их горной грядой, но сами горы называли себя семьей. И как в любой семье, одна гора была самая маленькая. Она была почти что плоская, как колено, покрытая деревьями и зеленью. И большие горы смеялись над ней. «О, какая ты маленькая! Ты даже не покрыта снегами, да не говоря уж про ледники. Ну и облака никогда не придут к тебе, чтобы отдохнуть на твоей голове». И маленькой горе было очень обидно, все-таки она же была горой. Но вот однажды на эту маленькую гору пришел человек. Человек, мужчина, его жена и их дети. Вскоре они построили на маленькой горе свой дом, а потом посадили виноградный сад. И однажды пришел тот день, когда мужчина и женщина сидели за столом возле своего маленького домика. Их дети весело играли вокруг. Мужчина и женщина пили молодое вино, ели свежеиспеченный хлеб. И вдруг они оба сказали: «Какая это прекрасная гора! Это самая красивая гора из всех, которых мы когда-либо видели!» И поскольку человек был тем созданием, которому дана была сила называть вещи в этом мире и создавать новые значения, то его слова прозвенели над всеми горами, и даже большие горы услышали слова человека. И они признали, что маленькая гора тоже хороша. Но маленькая гора, она была просто счастлива, потому что теперь она знала, зачем она есть, зачем она существует. Мы все для чего-то нужны. И ты тоже кому-то очень нужен. Есть люди, которые тебя очень сильно любят, скучают по тебе, которому ты очень нужен. Ну, а я побежала прятаться от дождя. Всего вам хорошего и до новых встреч. Сказочница Полина Черкасова с вами.